Привет! Сегодня решила наконец выполнить очень давний запрос на мой органайзер из картона, на который фото выкладывала ВКонтакте. Итак, начнем. Для начала я начертила в полном размере, какие отделения и, главное, для каких инструментов я хочу. Теперь из картона по этому шаблону вырезаю. Вырезаю на 5 мм с каждой стороны побольше на припуске. Это будет дно органайзера. Далее намечаю на заготовке линии, как на шаблоне. Теперь из картона вырезаю стенки. Ширина по картонной заготовке, высота примерно 10 сантиметров. Таких стенок нужно 4 штуки. Далее вырезаем остальные стенки для перегородок. В итоге 4 стенки по периметру. Одна такая же, только внутри, и две штуки внутренние. Опять же, вот так они будут располагаться. И остальные 5 штук маленькие перегородки. Теперь для красоты и лучшего сцепления шлифуем все стороны полученных деталей. Пришлось во время видео переехать в другое место, поэтому качество не очень. Но надеюсь, вы поймете. На клей-пистолет приклеиваем все эти перегородки. Заметьте, что сначала я приклеиваю внутренние, а уже в конце внешние стороны. Так гораздо удобнее. Итак, вернулась обратно, вот все приклеила, склеила все стороны между собой. Теперь нужно обрезать где-то лишнюю высоту для коротких каких-то инструментов, например, те же зубочистки. Намечаю и отрезаю. Далее краской своей, уже любимой для радиаторов, на 2 раза покрываю весь органайзер. Теперь декупаж. Приклеиваю салфетки на клей ПВА по всему органайзеру. В итоге, так как мы покрыли предварительно белой краской, салфетки смотрятся красиво. Если не покрывать, то салфетки будут более прозрачные на темном картоне и будет уже не так красиво. Весь картон будет просвечивать. Ну а завершающий этап – это покрытие лаком. Готово! Получился оригинальный, удобный органайзер. Именно для тех инструментов, что у вас есть. Это очень и очень удобно, когда все распределено. Отдельно кисти, ножи, стеки. Когда все стояло в вазочке такие слева, все в ней путалось постоянно. Поэтому я снова сделала себе такой органайзер и очень довольна. Старый, кстати, на работе. Советую всем сделать себе такой же, делается очень легко, а результат – порядок, аккуратность и удобство. Надеюсь, видео оказалось для вас полезным. Спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!